Так, слева Юпитер, справа в кадр в уголочек. Сатурн, 22 декабря 2020 год. Сейчас попробую вот так поднастроить. Спутники Юпитера видны, кольца Сатурна видны. Так, 22 декабря 2020 год, Харьков, и 16.08 по Киеву. Спутники, самый нижний идет Ганимед, очень крупный, между прочим, размером с Марс, он ближе к Юпитеру, но все еще справа от Марса. Это спутник Ио. Потом идет непосредственно Юпитер. Как они идут. Синхронное плавание на небосводе. О, я даже в окуляр вижу спутник Сатурна. Так, и слева от Юпитера идет сначала Европа, отстающая едва-едва, и замыкает всю эту процессию Каллиста. Четвертый Галилеев спутник. Всего этих спутников 64, насколько я помню, у Юпитера, но самое крупное, которое впервые увидел Галилей, я так понимаю, свой телескоп. По крайней мере, мы об этом слышали. Это 4 Каллиста, Европа и Ганимед. Ох. Говорила, сколько? 16.09 по Киеву. Еще видно зарево заката справа. Сразу, кто будет смотреть видеозаписи, захочет еще на следующие дни, у кого будет погода. Вчера я не смог снять, потому что у нас была сплошная облачность над Харьковом. Сегодня повезло. Вчера было 6 минут угловых между ними. Между нашими планетками, а сегодня 7-8, по-моему. Ну, то есть практически то же самое. Кто будет смотреть, искать на небе Юпитер и Сатурн завтра. Справа вот видно на кадре, что справа зарево от заката Солнца. Вот они наши красавцы. Вот они наши красотулечки. 1 494 000 километров до Сатурна с колечком. Ох, не получается уже неровная поверхность. И 888, будем говорить, миллионов километров до Юпитера. Да, вот максимальное увеличение я взял 125 крат оптического увеличения, 4 крата цифрового. Это фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. И у меня, тем не менее, в одном кадре и Юпитер, и Сатурн. Небо не совсем чистое, но не буду я жаловаться. Ох, не буду. Штатива так уже не получится настраиваться. Так, ладно, сейчас очень быстро снимем Луну, до которой 398 тысяч километров. Рукой подать натурально. Даже, по-моему, ветерок у нас стих. Спасибо вам за это большое. Я тут в строительной яме, и строители перестали шуметь. Спасибо им огромное. А то я тут предыдущие полчаса провел, бегая от бетономешалки.
к бульдозеру, потом от него к бетономешалке, определяя, кто из них меньше шумит. Ну, вроде рабочий день закончился. И вот опять у нас линия терминатора. Предыдущий дубль снимал с пониженными настройками светочувствительности. Тут же на канале выложу. Так, и Марс у нас уже четко виден на темнеющем небе. Предыдущий дубль был раньше, минут на 10 снят. Ну, Марс, где ты? Вот он ты. Вот у нас в кадре Луна и Марс. До Марса 120 миллионов километров. Да, даже собачки сегодня не лаяли особо. О! Все не трогаю, даже не дышу. Засвечен чуть-чуть Марс, ну такие настройки. Светочувствительность, зато лучше мы видели спутники Юпитера. Фазу Марса сейчас не видно из-за таких настроек. Но сегодня мы полностью посвящаем съемке. Так, еще раз, он справа зарево от солнца севшего. И вот у нас совсем недалеко над горизонтом, по-моему, 10 угловых градусов, 20 угловых градусов, по-моему, изначально. Сейчас, секунду. О, только похвалил собачек.